15 апреля на 105-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Галина Пономарева. Сегодня, 17 апреля, представители администрации города, горожане, близкие и родные, долгожительницы пришли попрощаться с Галиной Сергеевной. Настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери города Каспийска и иеромонах Иоанн провел традиционный процесс отпевания усопшего, во время которого желающие могли попрощаться. Никаких страданий уже не будет в ее жизни. И мы веруем, что раз Господь ее призвал в эти святые дни, когда Он сам воскрес, мы ведь веруем в воскресение и веруем в вечную жизнь. И в это самое время Господь ее призвал. Родилась Галина Пономарева в 1919 году, в период гражданской войны в Донецкой области. Судьба обошла с ней не лучшим образом. Оставшись без родителей, она воспитывалась в детском доме, где о ней заботились как о родном человеке. В возрасте 22 лет, в период Великой Отечественной войны, она добровольно отправилась на фронт, где в результате бомбежек попала в госпиталь в городе Ленинград. После войны она приехала в Дагестан, где долгое время работала в почтовой связи. После отпевания все присутствующие отправились на русское кладбище для того, чтобы провести церемонию захоронения. Так, где? Все, проводить Галину Сергеевну в последний путь пришли представители администрации и ведомств города, юноармейцы и многие другие. Завершилось прощание маршем оркестра Каспийской флотилии и троекратным выстрелом. Они жили с нами. Мы знаем их, и они не были безгрешными, как и мы. Но подвиг их в том, что и святость их, в том, что они жертвовали. Потому что это очень важно, быть способным на жертву. В последние годы жизни, несмотря на свой преклонный возраст, каспичанка всегда была полна энергии и сил. Она часто гуляла по улицам города, ухаживая за уличными питомцами. Светлая память о фронтовичке всегда останется в наших сердцах, и мы искренне благодарны ей за мужество, проявленное в годы войны. Асия Тумалатова, Амарбек Газиев, новости телеканала «Среда».